Ребята, привет! Сегодня я буду делать закладку для книги. Для этого нам понадобится простой листок бумаги, ножницы, любые, и клей. Сгибаем уголок, чтобы у нас получился квадрат. Мы просто откладываем в сторону, он нам еще понадобится. Теперь кладем перед собой треугольник. Теперь загибаем одну сторону вниз. Вот, то есть загибаем. Вот так. Должно получиться так. Было так, потом так, теперь так. Теперь к этому уголку мы добавляем вот эти две стороны. То есть вот так. Вот. Две. Ну, типа как конвертик. Но это у нас не конвертик, это у нас. Теперь мы разгибаем то, что мы согнули. Теперь делаем ромбик. Ну, не ромбик, а этот. Ну, как? Ну, ромбик или не ромбик. Я не помню. Может, правильно, может, неправильно. Вот. Вот такой ромбик. Теперь вот так его раскладываем. Берем одну и кладем вот так вот в карманчик. Вот так. Вот. И второй. Там, где у вас линия сгиба, вот, вы вот по линии сгиба кладете вот так. Вот, все. Вот так. Ромбик. Теперь берем нашу бумажку, которую мы отложили в сторону. И мы вырезаем из нее зубки. Ну, можно язык, можно зубки. Я и зубки, и язык буду делать. Так, сойдет. То есть делаем маленькие квадратики, чтобы у нас чередовались зубы. Как будто живой. Вот. Вот такие зубы. Вот. Теперь берем наш клей. И вот так вот. Вот такой чудик с зубами. Если с зубами, то называйте его зубастик. То он зубастик. Теперь я буду делать язык. Для языка нам еще понадобится ручка. Так, теперь берем ручку и делаем палочку.
Вот так. Вот так. И вот такой чудик. Так, дальше тоже берем ручку. Ну, если вы не хотите брать ручку, то вы делаете с помощью бумаги ему глазки. Я ему, ну, мне лень делать из бумаги. Ну, я вам в конце покажу, как это делать. Такие глазёны у моего. Зубастый языка. И наш зубастик. И закладка готова. Я взяла книгу. Ну, у меня уже здесь лежит одна закладка. Вот. Ну, я сейчас вам покажу, как моя будет тут выглядеть. Книга, правда, тяжелая, но я справилась. Вот так она выглядит. Вот так издалека. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока!